Дорогие друзья, я очень сожалею, что не смогу лично быть на открытии выставки, но эта выставка так важна для нас в Эрмитаже и для меня лично, что я хочу воспользоваться средствами современной связи, чтобы вот хотя бы так сказать огромное спасибо нашим испанским коллегам за ту выставку, посвященную Прадо, которая была у нас в Эрмитаже. Она пользовалась громадным успехом. Около миллиона человек, чуть больше миллиона человек ее посетило. Каталог мы переиздавали несколько раз. Это было большое событие в нашей культурной жизни, очень большое событие в развитии скреплений наших культурных связей. Испания, Россия, Эрмитаж с Испанией, которая для нас очень дорога. И мы сегодня представляем в Испании наш ответ, огромную выставку из Эрмитажа. Такой выставки из Эрмитажа, об Эрмитаже еще никогда не было, большой за границей. Так же, как мы договаривались с коллегами из Прадо, что выставка в Эрмитаже рассказывает о музее Прадо как явлении испанской культуры, а не только показывает хорошие, интересные картины. Точно так же наша выставка рассказывает об Эрмитаже, о одном из важнейших явлений, характерных черт русской культуры, русской европейской культуры. Все, что на выставке, а на выставке очень много замечательных вещей, это все Эрмитаж. Эрмитаж – это и скифское золото, и замечательный Солохский гребень. Эрмитаж – это и греческая скульптура. Эрмитаж – это и археология Древнего Востока, представленная раскопками эрмитажными. Эрмитаж – это ученый Рембрандта, Эрмитаж – это лютнист Караваджо, Эрмитаж – это святой Себастьян Тицианов. Правда, очень много Тицианов, но такого нет. Это удивительный Тициан. Эрмитаж – это и Пикассо, и разговор Матисса, и композиция номер 6 Кандинского, и черный квадрат Малевича, и платье императрицы Марии Федоровны, и акварели, рассказывающие о том, как выглядел Зимний дворец в времена царей, и посещающие Эрмитаж могут сравнить это с тем, как это все выглядит сейчас. В общем, мы попытались рассказать о нашем музее, о истории его коллекций, о царях и коллекционерах, которые собирали эти коллекции, с тем, чтобы представить, как нам кажется, Россию такой, какой мы ее представляем, любим и ценим через Эрмитаж. Я очень надеюсь, что испанской публике выставка понравится. Мы, по крайней мере, старались сделать даже немножко лучше, чем мы можем. Большое спасибо еще раз за чудесное сотрудничество. Может быть, это не скромно говорить, но мне кажется, что вот этот обмен выставками двух великих музеев, такой совместный проект двух выставок, проект «Прадо и Эрмитаж», является, если не самой, то одной из центральных частей и один из больших успехов перекрестного года России-Испания, Испания-Россия. Спасибо.